Пожар не утихает. Вот какие клубы дыма. Вот что там такое? По всей видимости, горит. Горит камыш, тростник. Сейчас очень жара большая стоит. Очень жарко. И, возможно, самовозгорание получилось. Впечатляющие клубы дыма. Смотрите. А началось с дымка такого небольшого. Представляю, что там делается. Смотрите. Слышно, как что-то там трещит. Ну, стучит тут мужчина, он тут управляется по хозяйству. Ух ты, какие клубы дыма. Ну, а там где-то горит. Горит. Вот все это как-то тревожно так. Потому что пожар – это стихия. Не дай бог, конечно. Хорошо, что рядом море, зальют водой.